Хореография, спортивные восточные танцы, за студии, студии декоративно-прикладного творчества, вокал, литературные и шахматные кружки. Всего сразу и не перечислишь. Расположились в небольшом двухэтажном здании на Клементьевском поселке. Что и говорить, выбор для развития детского творчества неограниченный. Я записалась на джаз-модерн и на рисование. Еще хочу записаться на гитару. Я уже ходила, ну и хочу в этом году записаться. То есть продолжить занятия? Да. Маленькой Варе Потаповой бабушка предложила записаться в кружок хореографии. Внучка с радостью согласилась. Конечно, сначала бабушка сказала, что пойдем записываться на танцы. Хочу. Ну, в общем, посмотрим, что дальше будет. А вот Егору и не надо было предлагать записываться. По словам мамы, сын сам запросился петь в кружке эстрадного вокала. Мы записались на вокал. Мальчик очень любит петь? Очень любит петь, да. У него хорошие данные к этому есть. Вот, и очень много песен знает. Особая гордость родника – поэтический кружок «Маленький свиток». Юные поэты учатся писать стихи и прозу. В сентябре месяце будет презентация второго уже сборника детского, изданного нами для детей. В этом сборнике будет и проза, и стихи. И самое главное, что дети сами оформляли эту книгу. Городской детский дом культуры «Родник» в этом году преодолел 30-летний рубеж. Дружный творческий коллектив, бесчисленное количество наград, запоминающиеся отчетные концерты, участие в городских праздниках – все это делает «Родник» одним из лучших домов творчества не только в Сергиевом Посаде, но и в районе. Мы сегодня открываем 31-й сезон уже. И, конечно, какая-то гордость охватывает за то, что столько лет мы существуем и… Количество детей не уменьшается, увеличивается. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас в Доме культуры было тепло и уютно, чтобы к нам хотелось идти и родителям, и детям. К юбилею, который будет праздноваться осенью, городской детский дом культуры «Родник» выпускает книгу «30 лет вместе», в которой описана вся история, все победы этого замечательного уголка детского творчества в Сергиевом Посаде. Я хочу всех поздравить с новым учебным годом. Летом кончилось, и мы начинаем вновь трудиться. И, конечно, пригласить всех желающих приходить к нам на занятия в наши кружки. Мы вас ждем. Ирина Самойлова, Феликс Дорохов, «День города».